Что это? Расческа? Нет, это тренировочный болисонг, она же бабочка. Зубья расчески имеют острые грани, волосы будут зацепляться и рваться. Так что только тренировки или усы расчесать. Металл толстый, увесистый, размер средний. В качестве учебного пособия не повредит пальцы. И самое главное, не запрещена законом. Ну а после двухнедельной практики, если ты, конечно, быстро учишься, можно задуматься о настоящем болисонге с ножиком вместо расчески. Вот тогда ты и проверишь свои навыки. Но знай одно, ошибаться нельзя, ножик очень острый.